Несмотря на проливной дождь, на площади Победы собрались сотни горожан. Все они пришли, чтобы поблагодарить ветеранов за мирное небо над головой и почтить память погибших на полях сражений. Поздравил участников войны и глава государства Алмазбек Атамбаев. Президент отметил, что 9 мая всегда будет священным праздником для нашей страны. Уважаемые соотечественники, Великая Отечественная война была самой страшной, самой кровавой войной в истории человечества. И мы всегда будем помнить подвиг наших дедов и отцов, которые отдали ради победы самое дорогое – жизнь, здоровье, молодость. Помнить о тех, кто сражался и на полях Великой Отечественной, и тех, кто трудился в тылу, где тоже было несладко. Глава государства отметил, что в годы войны из Кыргызстана на фронт было мобилизировано более 360 тысяч человек. Из них около 130 тысяч погибли. Более 150 тысяч кыргызстанцев были награждены за доблесть и отвагу орденами и медалями. А 74 наших земляка стали героями Советского Союза. Однако не менее ценный подвиг совершили и труженики тыла, обеспечивая фронтовиков всем необходимым, начиная от продуктов, заканчивая боеприпасами. Сотни тысяч беженцев укрывались от врага в нашей республике. И кыргызстанцы в голодные годы делились с ними последним хлебом. Я хотел бы именно сегодня напомнить об этом гражданам братской России, где, к сожалению, сегодня поднимают голову современные фашисты, скинхеды. После развала Советского Союза, непродуманных действий в экономике, сотни тысяч наших граждан вынуждены работать в России. Они не просят, чтобы их даром кормили, давали бесплатно кусок хлеба или крышу над головой. Они вынуждены там зарабатывать для себя, для своих семей. И при этом они вносят свой вклад в экономику России. И они вправе ожидать со стороны россиян более уважительного отношения к себе. Хоть немного похожее на то, которое проявляли беженцам из России в годы войны. Никогда не забыть нам подвиг воинов, благодаря которым мы живем в мире. Валентине Андреевне Касатых было 16 лет, когда она попала на фронт. Девушка-студентка Новосибирского училища геодезии и топографии не раз и не два била порог военкомата, чтобы в столь юном возрасте встать на защиту Родины. Служила Валентина Андреевна в разведвойсках медсестрой. О том, как проходили операции по обезвреживанию врага, не рассказывает до сих пор. Военная тайна. Я 9 мая встретила в Новосибирске. Группа наша как раз там была, оттуда организовывалось все. Ура, кричали, радовались. Это же радость такая, что вы. 1418 дней и ночей длилась война. Сколько погибло наших, сколько искалечено было. Ну, а так в основном, конечно, радость. Что ж, вот только омрачает этот дождик радость этого. А так все хорошо. Все хорошо. Спасибо, что нас не забывают. С каждым годом ветеранов и тружеников тыла становится все меньше. Сказывается возраст, боевые ранения, зачастую не лучшие условия жизни. Самым молодым ветеранам сегодня по 90 лет. Поэтому на митинг-реквием по состоянию здоровья не пришли более половины приглашенных ветеранов войны и тыла. В Бишкеке проживают 269 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. А если всех взять людей, которые приравнены, то это порядка 1300 человек в Бишкеке проживает. Из них 269 инвалид-участников не смогли принять участие. Не все смогли принять участие. Нам удалось привести порядка 120 человек. После возложения цветов к вечному огню участников митинга пригласили отведать солдатской каши на полевой военной кухне. Палатки и печи, в которых варили гречку, установили тут же, на площади. Также, по традиции, все желающие могли выпить 100 граммов фронтовых, а после посмотреть на военную технику. Екатерина Ступкина, Александр Симонов, НТС.